О том, что педагог делает с ними что-то нехорошее, дети рассказали родителям. Воспитатель уверял, просто гладил малышам животики, когда те капризничали. Чтобы вывести педофила на чистую воду, понадобился почти год. В итоге мужчине назначено наказание. 9 лет в колонии строгого режима с лишением права работать с детьми. Вина была полностью подтверждена всеми доказательствами, как показаниями самих потерпевших малолетних, так и показаниями детей, которые были свидетелями данного преступления на протяжении многого времени, но, как любые дети, они не всегда об этом сразу рассказывают. Так и показаниями родителей.